Сегодня 22 мая 2017 года. Итак, город уже проснулся практически. Время 7:30 утра. Город проснулся. Все. Хождение-брождение. Кто на работу, кто куда. Кто в магазины. Кто в поликлинику. Вот я из поликлиники вышел. Вот. Приходил сдавать кровь очередной раз. Из вены у меня брали кровь на анализ. Целых 2 месяца хожу по больничному, ничего пока не определят, что у меня. Вот. Но я сам знаю, у меня гастрит. И острый хондроз, так скажем, люмбага поясничного крестца. Сегодня пойду на прием к нервопатологу. Что мне скажут, чего дальше лечиться, продолжать так в домашних условиях или в стационар лечь. Вот буду думать теперь. Потому что прошло уже буквально месяц прошел, у меня никаких сдвигов нет по здоровью. Значит, будем лечиться дальше, что-то предпринимать. Медикаменты дорогие, все прочее. Вот. Плохо. Пенсии не хватает на медикаменты. Вот. Все уходит на лекарства. Вот такая жизнь наша. Маленько обозримо сделаю я съемочку утреннего неба майского. Глядите, тоже прекрасно все. Город радует. Все зелено, все красиво. Уже ездят машины вовсю. А я гуляю по утру пока. Жду, когда откроется аптека. Она откроется с 8 часов. Круглосуточно я пока не знаю, где у нас аптеки. Но вот пока буду гулять до 8 часов, чтобы мне приобрести очередное лекарство, которое у меня как закончилось, которое стоит около 1500 рублей упаковочка. Вот, мне надо еще месяц пить. Врач мне прописал такие определенные лекарства, таблетки. Вот, значит, мне их надо. Становлюсь лекарственно там таблеточным наркоманом по состоянию своего здоровья. Без лекарств никуда, ни туда и ни сюда. Вот так вот. Город оживает после выходных. Вчера выходные были, 2 дня выходных было. Я тоже выбирался тут в поход, скажем, ходил в небольшой, на круглое озеро, на бездоночку. И вот сейчас я жду, пока откроется аптека. Пока откроется аптека, я сделаю небольшой такой репортаж свой. Прохожу очередную я дорогу. Спеша. О, какая маленькая собачка бежит. Город проснулся, все, шевеления пошли,
Все, шевеления пошли. Дворы цветут. Прекрасно. Дворы цветут. И все красиво. И все красиво. Поглядите, какая красота стоит. Какая красота. Вот. Красота хорошая стоит. Вот детская площадка установлена. Качельки. Все классно. Прекрасный двор. Прекрасный двор. Скоро дети придут сюда, будут играть, кататься на качелях, и потечет очередной день, так скажем, очередной день потечет своим чередом. Вон там кто-то матом орет, ругается уже с утра пораньше. Это, скажем так, люди не социального такого облика. Вот. Вот, пожалуйста, песочница для ребятишек. Все как у людей. Вот. Постарались чиновники. Вот этому двору все. Провели такой бойцовский вид, игровую площадку. И все, ребятишки тут будут играть хорошо. Вот качелька, каталка, каталка. Катаются дети на ней. Ну, все, прекрасно. Небо лазурное. Все. То, что и подобает хорошей погоде. Летней. Вот. Посажен, значит, кустик. Разросся. Весь цвету. Весь цветет кустик. Это называется у нас что? Это у нас называется, наверное, скорее всего, дикая вишня. Вот. Входим на определенный очередной участок тоже. Все убрано, все хорошо. Зелено вокруг. Вообще красиво. Двор такой тенистый, зеленый. Прям приятно глазу. Даже. Все убрано. Постарались, наверное, сами жильцы, может, коммунальщики, не знаю. Но во всяком случае тут чистота и порядок. Вот иду я, и сердце у меня такое переполняется всеми чувствами. Желание здесь побыть и насладиться утром, рассветом города Дзержинска. Майское утро, где я уже сочинил в начале мая песню «Майское утро в Дзержинске». И вот теперь я любуюсь этим майским утром Дзержинска. Вот. Вот липовые стоят аллеи. Участок такой липовый. Во дворе липки. Молодые, кстати. И зеленые.
довольно-таки листа такая пышная, и все прекрасно. Майское утро Дзержинска. Майское утро Дзержинска. Красиво, не правда ли? Вообще чудесное дерево липа. Оно о многом напоминает. И детство, и юность, молодость всю. Вот. Красота. Такая небольшая внутренняя городская липовая роща. И довольно-таки много тут лип, я гляжу. Гляди-ка. Очень полно лип, гляди-ка. Какая прелесть, какая свежесть, какое превосходство природы. Красиво, не правда ли? Вот. Вот то, что нам природа дает весеннюю и на летнюю пору. Вот какая-то птичка запевает очередная. Слышно. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев, а только без комментариев. Вот палисадничек такой скромненький у людей. Единственная березка растет. Ну что, и то хоть дело. Тоже большая березка растет. И такой небольшой палисадничек у людей вот культурный. Вот. Вот что маленькая собачка вот бегает где-то тут. Вот. Чья хозяйская, нет ли, не знаю. Промышляет.
Иди сюда. Ты чья такая, а? Чья такая? Чья-то. Очередной рейд иду делать. Значит, вот жители этих домов, видать, такую деятельность развили, что все хорошо и чисто, и спокойно. Все отлично. И вот, пожалуйста, порядок, красота. Вон ремонт. Ступенек, видать, делают здесь. Похоже, подъезд на распашку. Что скажу, значит, ремонтные какие-то работы. Вот опалубку, пожалуйста, наверное, сделали недавно, да. Крыльцо было в плохом состоянии, видать, уделали. Двор буквально убранный, тенистый, зеленый. Все как полагается. Все как полагается. Все как полагается. Сейчас должна машина, наверное, приехать, убрать-то все, правильно? Знаешь, вот видите, как еду. А? Вон как еду. Ну, после выходных, что, пока раскачается. А вы что здесь? Я репортаж снимаю. Репортаж? По этим грязным помойкам? Да. Правильно, да. Делать. Нет, ну, вы попали, ваш репортер, что ли? Ну а как же? Конечно. Не надо. А что не надо? Да не надо, зачем? Почему не надо? А почему? Ну я вот снимаю да помойку. Да кроме нас здесь что, больше нет кого? Да пусть нет. Да ладно, брось его, не ругайтесь, Христа ради. Да ради Бога. Вот помойка вся загруженная, вся барахлом всем. После выходных, пока еще не раскачались, некоторые вон уже возмущения идут, чтоб не снимали людей, а сами в кадр бросаются. Вот, вот все перегружено, все контейнеры перегружены. Вот такой вот мой рейд сегодня. Приедут, уберут, наверное, я надеюсь. Уберут, наверное, надеюсь. Вон голуби уже тут все. Все, кому не лень, сюда. И вот уже кричат и раскричались вот эти люди. Так скажем, два несоцобеспеченного, два человека, которые по какому-то случаю стали возмущаться. И больше ничего. Девушка! А вы не скажете, когда вот этот мусор последний раз убирали у вас? Мне кажется, они каждый день убирают. Выходные-то они не убирают, это точно. А вот на неделю, наверное, на буднях убирают, каждый да? Каждый день, но мне кажется, каждое утро вот такая фигня по утрам. Да? Понятно. Ясно. Вот такая фигня по утрам. Вон разорались уже вовсю, друг на дружку эти... Нецивилизованные дикари. На этом я свой репортаж заканчиваю. Очередной. Вот ветерок поднялся уже. Уже набегают небольшие облака на небе. Похоже, наверное, погодка подпортится. Вот, потому что ветер поднялся. Вот, ветерок уже гуляет вовсю. Листву качает, вот, листву качает березку, вот, все.
Жизнь понеслась. Жизнь понеслась. Вот. Жизнь понеслась. Все. Вот не с этого района вы? Нет, с того. Вы не в курсе вот это, вот эти вот с эти мусор, они убирают рано или позже убирают мусор? Попозже приезжают. Часов в 9? Ну, может, где-то и в 10. Потому что он все уже накидано, все перевалено, все он уже. После выходного бывает, что мусор. Ага, ясно. Нравится каруселька-то вам? Да. А? Да. Часто тут катаетесь? Нет. А вы куда, в садик собрались или в школу? В школу. В школу? В каком классе учитесь? В первом. Понятно. Последние денечки доучиваетесь, да? Потом каникулы? Да. Ясно. Ты с мамой или с кем? С Настей. А? С моей сестрой. А, сестра? Старшие, да? Ясно. Понятно. Как учишься? В каком классе? В первом. В первом? Ясно. Значит, только начал свою деятельность учебную, да? Да. Оценочки уже какие? Пятерки, четверки. Пятерки, четверки? Угу. Класс, класс, класс. А чем еще занимаешься в школе? Как не знаю. Например, есть, например, какие-то кружки спортивные. Ну, вот мы иногда читаем книжки, иногда у нас служба, иногда технология. В какой-нибудь кружок ты ходишь? Или пока нет? Я да. Ходишь? В какой кружок ходишь? Нет, вообще, да. В школе? Ну, или нет, вообще так. Не обязательно в школе. Ну, куда-нибудь, например, в спортивную секцию. Я ходила на танцы. А, на танцы? Да, там Настя, моя сестра еще танцует. А, это значит, сестра у тебя ходит на танцы тоже, да? На хип-хоп и я. Ага. Ясно, занимайтесь таким делом, да, хорошим. А нравится? Ну да. А если не секрет, в какую студию ходите? А около пенсионного фонда. Около пенсионного фонда, да, и... за прям. А, ясно, ясно, ясно. Там что за студия такая у нас? Ну, там студия, я не помню, как она называется. Не помните, как называется студия? Здравствуйте. А если ходите сами, занимаетесь и не знаете, как она называется, девушки? А? Нет, а вы что, застеснялись так, что ли? Я хотел вот у вас полюбопытствовать у молодежи. Вот чем у нас в городе занимается молодежь непосредственно? В какие кружки ходят? Время провождения, так скажем, или еще что-то? Вот. Ну, в основном время свои проводят в Макдональдсе. В Макдональдсе? Что, серьезно? Да. Нет, кроме шуток или я... Ну, в Макдональдсе много людей все время. Да? Да, особенно молодежи. Ага. А кроме Макдональдса больше нечего сходить куда-то или что? Ну, еще? Есть батутный центр. Есть вот, например, есть, ну, какие-то есть вообще-то развивающиеся какие-то эти центры, допустим, взять спортивные секции, те же самые стадионы, бассейны плавательные. Но у нас есть батутный центр, там тоже много людей все время. Да? Да, там на батутах прыгаешь, только в здании.
Ясно. Понятно. А который сейчас не подскажете? 8-10. 8-10. 11. Ага. Ну ладно, иди учись тогда. Хороших тебе знаний. Хорошо закончить, значит, этот учебный год. И все. А вы не в курсе, что у нас вообще-то, кстати, вот для слова я скажу так, в пятницу у нас какое событие было? Пятница. Да. Я вот у вас, у молодежи хочу спросить. Да. У нас пятница была, было число 19 мая. Вот, какое событие у нас было в пятницу? Вот я всех вот спрашиваю, и никто мне не даст конкретный ответ, что у нас именно в пятницу. Какая дата именно? 19 мая. Ну так, девушки, ну если, может быть, вы уже не знаете, ну я не знаю, сейчас пионеры вас принимают, нет? Нет. Нет? По-моему, уже нет. Ни комсомольцев, ни пионеров нет, ни этих, ни октябрят? Нет. Что, серьезно? Да. Ну, в общем, понимаете, в пятницу был день пионерии, день. Это раньше, так, значит, когда на этот день принимали и в пионеры, и праздновали эту дату, вот, я хочу сказать. Если историю хотите, в истории что-то полюбопытствовать об этом дне, вы почитайте в интернете, найдете, или где-то еще у кого-то спросите. Так что был этот день знаменательный. Вот, 19 мая. Вот. Ну ладно, всего вам доброго, всего вам хорошего. Вот. Было хорошо с вами пообщаться, девушки. До свидания. Ну вот, пообщался немножко с молодежью. Девушки определенно не знают об этом дне пионерии. А что знать, если сейчас уже довольно-таки в школах уже нет таких групп. Вот. В пионеры уже давно никого, видать, не принимают. Пионеры никого не привлекают. Ни комсомольцы, ничего. Вот. Ну, что скажу, значит, что молодежь, может быть, и задумается, какое было то время, когда справляли День пионерии, когда принимали в пионеры. Это было очень классно. Вот. Ну вот, пожалуй, и все. Мой репортаж на этом заканчивается.